Жители республики приглашают к участию в конкурсе Poetry Slam, или, как говорят в Коми, Дом дружбы народов региона приступил к организации первого в республике юмористического литературного конкурса. Чтобы принять участие, необходимо записать видео продолжительностью до 6 минут, в котором автор декламирует текст своего сочинения на русском или коми-языке. Тематика выступлений может охватывать как коми-фольклоры и разнообразие диалектов коми-языка, так и стереотипы или приписываемые черты внешности, характера или менталитета коми-народа. Заявки принимаются до 15 июня. Лучшие видеовыступления будут отмечены ценными памятными призами и дипломами, а тексты выступлений войдут в республиканский журнал Дома дружбы народов «Орнамент».